Киберпанк очень своеобразная и интересная игра, но ее техническая часть портит все впечатление. Постоянные баги, хреновые оптимизации и мыло. Лично меня это не особо вкатывает, особенно на моей видеокарте. На игру вышел некий временный инструментарий. На смену ему должен прийти полноценный софт по моддингу от разработчиков. Надеюсь, он будет нормальным, а не то, что нам дали для Ведьмака. Если с багами и оптимизацией моды пока что не могут бороться, так с мылом уже можно что-то досделать. Первые моды, которые были выпущены на Nexus, это решейды. Киберпанку они просто необходимы. Полуметрическое освещение или в простонародье эффект тумана есть почти в каждой современной игре. Именно этот эффект решейды и убирают. Сейчас покажу, как эту штуку установить и настроить, чтобы мыльца было поменьше, а графона побольше. Как всегда, переходим в описание и скачиваем архив. В архиве у нас те решейды, которые есть на данный момент на Nexus. Далее содержимое архива просто закидываем в папку с игрой и переходим в папку bin x64 и запускаем программу Reshade. Выбираем экзешник киберпанка, жмем на второй чекбокс и жмем Update. Здесь выбираем только первые два пункта и самый последний. Дальше будут загружаться все эффекты. В каждом окне проверяйте, чтобы все галочки были активны. Как загрузили все эффекты, жмем на Edit Reshade и в первой строчке жмем на троеточие. Если на этом моменте у вас программа закрылась, то попробуйте запустить от имени администратора или ввести аналогичный путь, как у меня вручную. Ну и на крайний случай вбить в браузере Reshade и скачать последнюю версию. Там делается все точно так же. Этот момент я уяснил, теперь продолжим. В новом окне вам нужно выбрать пресет Photorealistic, после чего нажать ОК и закрыть программу. Теперь переходим в игру и по нажатию на кнопку Home открывается меню Reshade. И уже экспериментируя, можете выбрать, например, другой пресет, а в нем потыкать по разным эффектам, отчего картинка будет немного меняться, так же как и FPS. Также внизу есть ползунки, которые регулируют параметры каждого эффекта. Я думаю, они вам не пригодятся. Я показал саму суть, по которой можно убрать мыло. В будущем я добавлю в этот архив больше пресетов, но пока я залью то, что имею в первый день после выхода игры. Спустя некоторое время выйдут решейды покруче, поэтому советую поглядывать за страницей на Nexus. Установка решейда — это пока что единственный способ убрать этот эффект тумана. Я надеялся, что в скрытых настройках игры что-то можно будет подкрутить, но нет. Файл с настройками пользователя лежит хрен знает где, а в файле просто сам код в формате JSON, где мы можем регулировать настройки так же, как и в самой игре. Во многих проектах этот эффект можно отключить и получить прибавку кадров, сделать картинку намного четче, например, в Skyrim, но в Киберпанке ничего подобного нет. Лично у меня игра идет очень плохо, даже на минимальных настройках FPS держится в районе 40, поэтому пока не куплю видеокарту, видосов по Киберпанку не будет. Кстати, советую заценить мою сборку по Ведьмаку. Также на Skyrim скоро выйдет очень крутая сборка, поэтому если подобное вам интересно, то подписывайтесь на канал, такого вы больше нигде не увидите.